Добрый день, дорогие мои друзья. Я показывала вам как-то видео. У меня есть ортопедический центр. И еще одно видео есть, где лицензии этого ортопедического центра. Это в Лас-Вегасе, Америка, штат Невада. Это мощный ортопедический центр. Мощный. Он действительно, это работают профессионалы. Вся эта система, чтобы дать полностью полные данные по недугу человека, это через компьютер делается. Вот, допустим, вот как шлем детский, он одевается специально вот так вот, такая вот, пленочка, и она фиксирует, если, допустим, череп у ребенка немного искривлен. Это очень важный момент. Здесь в Америке следят за этим, и как бы смотрит, какая форма искривленности черепа, потому что это очень важно на развитие ребенка. Вот я вам показываю сайт, телефоны, если вдруг кому-то необходимо, это очень-очень серьезный центр. И вот я как бы вам покажу, потому что вот у малышки мы заметили небольшие изменения. Можно было и ничего не делать, как многие просто. Многие просто не обращают внимания, говорят, да, израстется. Ничего подобного. Вот ребенку там после 6 месяцев, и надо обращать на это внимание, надо обязательно обращать. Вот такой вот заказ сделан. Значит, сначала пленочка, и через компьютер это все я смотрела, наблюдала. И это все, это безболезненные процедуры. И вот ребенок носит, только перед купанием снимают. И все смотрит врач. В зависимости от того, как это все быстро изменяется и выравнивается до нужной, необходимой, правильной формы. Потому что малыши, когда рождаются, часто лежат то на одном боку, то на втором. И может быть и изменен череп. Я наблюдаю здесь, в Америке, у многих деток, у маленьких, как бы есть изменения. И это заметно. Да что у многих маленьких деток? Даже я вам скажу, что я обращаю внимание, вот особенно как у мужчин, то там, конечно же, видно уже взрослый человек, пожилой человек, а у него искривлен. Вот эти дырочки, это специально сделано для вентиляции, чтобы голова не потела. Очень хорошо. И вот этот ремешок, это специально идет утяжка, как необходимо. И доктор фиксирует, и все это делается в профессиональном ортопедическом центре, лицензированном. Дорогие мои друзья, обращайте внимание на ваших малышей, потому что это очень важно. Дальше им в жизни жить надо, и чтобы у них не было никаких изменений, искривлений. Вот. Как бы нам можно было, допустим, и не использовать, но мы решили все-таки сделать правильно, чтобы это в дальнейшем как-то не отражалось на здоровье. Вот. Итак, дорогие мои друзья, заходите на мой канал youtube.com Мила Гурзуф. Подписывайтесь, ставьте плюсики и задавайте ваши вопросы.